Смена аналога на цифру обернулась отсутствием изображения. Впрочем, Наталья Михалева без любимого досуга долго не сидела. Сразу обратилась в администрацию округа. Химкинская администрация, спасибо им большое, уже занялись мной. Ну, вы в целом довольны остались? Да, я довольна. Буквально за пару минут телевизор пенсионерки настроили. После показали, как можно решить проблему самостоятельно. С 15 апреля Россия перешла на цифровое вещание. Волонтеры Химкинского отделения партии «Единая Россия» активно поддерживают программу. Многодетные семьи, одинокие пенсионеры, ветераны могут рассчитывать на их помощь с подключением цифры. Телефон для обращений на экране.